У меня персонаж теперь не воин, как должен быть, а маг. Они меня колдуном сделали, они перекрутили донатом. Я теперь не могу даже драться ни с кем. О, Денис, а мы в эфире? У меня меч нормальный, родной, просто мне не хватает энергии, пацана мои. Марс Локи активирует гигантский краб за 600 рублей. Ну что, ты что с лицом у тебя вообще? Чел, по лицу что? Видишь, что не дает мне победить босса? Уборщик Путина активирует гиперускорение персонажа за 375 рублей. Да блин, блять, дружок. Мне вот интересно. Короче, иди нахуй со своим крабом, ты мутант. У меня только начинает идти процесс, сука. Марс Локи активирует рабочие муравьи за 750 рублей. Иди в слезах еще меняй на муравьев сумму слабость. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первый квест операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Ладно, сейчас точно выиграем. Баару Джексон активирует бесконечная стамина за 250 рублей. Марс Локи активирует рабочие муравьи за 750 рублей. Скорости добавить, пацаны. Блять. Сука, надо сразу стамина и скорость передвижения. Все, забудь сами, девочку. Скорости дайте, скорости и стамины. Пацаны, пожалуйста, мы же друзья все вместе, все семья. Блять, базар, Джексон. Джексон, твой выход. Джексон, ты лучший. Эрнан активирует широкие полги камеры за 350 рублей. Это не надо. Это не то, что нравится. Ма
Марс Рокки активирует случайная телепортация за 1000, а Легкош активирует гиперускорение персонажа за 375 рублей. Это кто? Я спрашиваю. Какого хуя я тут делаю? Next, я, блин, говорю. Твой выход, блин, по залу. Эдмон активирует открепить камеру за 450 рублей. Марс Рокки активирует клыкаете и бесы за 500 рублей. Дедушка, привет. Не скучаешь ли по Сашке Симаке? Кто это? Не жалко его. А ведь скоро месяц будет без его стримов. Как хорошо было, когда вы вместе играли в арму и прочее. А были это? Времена, поддержи Сашку, помирись. А кто это? Я не понимаю, о ком речь. Это кто? Опа, попался. Хорош. Сука! Блять, сука, самому себе поставить стамину, уже убить нахуй. Я же просто хочу до Родана того дойти и дать ему на клыка нам, чтобы уже DLC поиграть. Я хочу выйти на DLC уровень уже, жесть. На хапане. Эрнанс активирует перемешать статы за 3000 рублей. О, какая-то хуйня, наверное. Ну-ка. Посмотрим. А, вот, добав большой стал, да, я еще. Блять. Дар, что ты наделал? Ушлепок. Че это ты шаг сейчас мне сделал? О, игра вылетела. Ты что наделал, гусь? Сейчас посмотрим, что там мышачок наделал мне. Что по статам там у нас? Ты что сделал? Ты сейчас дебил. Ты сейчас что сделал? Ты сейчас перемешал, но не силу. Урод. Интеллект у меня 9 был. Сила была больше. Все, ты мне просто все поменял. Как вернуть обратно? Ты дубин, блядь. Можешь сейчас мне вернуть, как было? Возвратить статы. А ты верни мне. Он же просто актерит эмоции и делает вид, что рейджит. Чтобы тебя видели. Случайное оружие, правая рука, за 2999 рублей.
Что сделали? Сейчас у меня все обратно сделано. Сейчас буду сам себе накручивать, возвраться делать. И так нахуй буду играть. Сейчас посмотрим. О, вернулся меч мой. Красота. Так. Что? Может, еще эти вернулись? Сука, как теперь возвращать очки характеристик обратку делать? Перерождение человека. Ай, восстановление рун, блядь. Вот уебище. Поставил в игре негативные эффекты. Просит, чтобы ему от них донатили и при этом делает вид, что бомбит. Это просто скаминг-аут какой-то. Или нах. Чмырдяй. Надо души, чтобы мне выдали много душ. Максимальное количество душ персонажу, чтобы выдали. Чтобы прям 100 тысяч, 200, 300. Ну, что мне теперь делать? Могу ли я как-то сейчас вернуть статы свои обратно? Или нет? Ну я не могу, у меня силы нет, ловкости нет, я теперь драться не могу. Могу я сейчас что-то сделать? А как? Что нужно сделать? Слеза личинки нужна? Это та баба, которую я бил, да, такая, с книгами, правильно? Или нет? Вот она. Привет, женщина. Thou art thou now assured of thy want to be born anew. Не то. Перерождение. Мне нужна слеза личинки. Блин, а где ее взять? Что это за это? Скажи, нахуй мне это надо? Я зачем сюда пришел, Ишак? Зачем? Ишак. Ну для чего я сюда пришел? Скажи мне, блядь. Я слезу нахуй искать пришел. Или хуй, блядь, нюхать? Мне слеза нужна, мне стату вернуть нужно, персонаж. Че, не понимаешь, что ли? Мне статы перекрутили, я теперь колдун, нахуй. Как никто увидит, как никто увидит, когда у меня нет силы? Понимаю, ты сюда. Короче, этот самый, Леня Жуков, я тебе даю команду сейчас, фас, банить всех, кто сейчас меня пиздит. Что типа я пропустил, вернись под балкон, пожалуйста, забань перманента. Дай людям перманент. Просто заблокируй, удали из чата всех, кто это писал. Просто удали. Это хейтеры плюс крыски. Доберись до кладбища, убейте одного из неживых солдат. Ну давай, допустим, я хочу на кладбище попасть. Где оно? Ну мне просто интересно, допустим, если есть возможность, типа, почему бы не сходить. Давай посмотрим, где оно. Просто подскажите, киньте кость. Карта большая, кладбищ просто, наверное, тут много. Давайте, ну, найдем, поможете мне, что. Они мне перекрутили стату, понимаешь? У меня персонаж теперь, блядь, не воин, как должен быть, а маг. Они меня колдуном сделали, они перекрутили донатом хаос мод этот самый. И я теперь не могу даже драться ни с кем. А тебя зуб выпал. Где? Сзади дома. Какого? Тут два дома. Три даже. Два. Вот это? Ууу, бля. Да она тут рядом была. Почему я ходил, искал, как и шаг ее полчаса? А ты что, сразу не мог сказать? Перерождение, да? Настал твой черед, чудесное дитя. Норма? Норма?
Интеллект тебе, ну, мне не нужен. Мудрость, вера, стойкость. Интеллект не нужен. Зачем он нужен? Я просто хочу сейчас попробовать, насколько я сейчас стал сильнее. Пора, родной, пора. Да пора, блядь. Пора. Уходим. Очки уходим. Уходим, очки. Очки уходим. Козёл, Хакидан антисист активирует перемещение статы за 6000 ой-ой-ёбак, бля! Хакидан начал ещё. Чат, не пишите ему, где искать скидку. Козлина, бля! Хлеба и зрелищ. Нет, опять пи***, мне перекрут сделал. Опять дамага нет. Опять дамага нет. Ты тупой, дубина, блядь! Это лох. Это лох интернетный. Шо ты, дура, сука? Опять перекрут сделал. Я, тварь, сидел, ждал, прикинь, пока я... Ой, какой скотина, зуб, блядь. Выпал. Ловкость. Сила. Стойкость. Ребята, спасибо. Если не сложно, покидайте уровни, пожалуйста. Сейчас я найду, не переживай. Сейчас у меня будет еще лучше, чем был шаг. Активирует гиперускорение персонажа за 375 рублей. Спасибо, брат. Сука, ты посмотри, блядь, убивай, а ты каждый раз попадай. Активирует гиперускорение персонажа за 375 рублей. Вставай, женщина. Все, блин, закончился эффект, я получаю пизды. Где уже 10к кинул почти? Надо пройти эту мразь и всех разрубать. Согласен, братишка, пора работать. Работаем. Да что ж такое? О боже, сука, мне банки кончились. О, нет! Шонкер активирует гиперускорение Да, я удалю это все, блядь, я не хочу! Блядь, я не хочу! Марсолокер активирует гиперускорение персонажа за 375 рублей. Я не хочу, блядь, я не хочу, блядь! Блядь, я не хочу этого позора! Сука! Мама! Позор, блядь! Позор! Позор, Олмен! Ебать! Какой-то пи***ц, понимаешь? Я даже с этими читами убить его не могу. Дед, я тебя люблю, конечно, но это позор. Трансляцию лучше удалить. Блять, согласен.